Это символично. Даже погода щедро одарила всех, кто собрался поздравить с юбилеем сотрудников КДЦ «Молодежный». День 29 июня выдался по-настоящему летним, без дождя и ветра. На огромном баннере, как на ладони, представлена вся работа центра. Кружки, студии, объединения. Торжество начинается с предложения возложить корзину цветов к памятнику солдатам Победы, защитникам Отечества. Первой с поздравлениями к юбилярам обращается Ирина Гайворонская, председатель Московского регионального совета партии «Единая Россия» и президент фонда «Счастье России». Звучат слова благодарности в адрес директора центра, художественного руководителя, всего коллектива за неоценимый вклад в развитие культуры, за активную жизненную позицию, поддержку талантливых жителей Одинцовского района. На импровизированную сцену поднимается команда молодежного, виртуозы уникальных праздников души, команда людей творческих, неравнодушных. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. В Одинцовском районе, отмечает Олег Демченко, 94 учреждения культуры. Молодежный отличает высокая собранность, оперативность, оригинальность и самобытность. Благодарственное письмо от имени главы Одинцовского района Андрея Робича Иванова вручается Варежане Светлане Анатольевне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа Юдинский муниципальный культурный досуговый центр молодежный сельского поселения Жаровское. Молодежный значит... Молодежный значит надежный. Желающих поздравить героев дня было много. Алексей Юрков, генеральный директор фабрики «Одекс». В трудную минуту он, предприниматель, всегда помогает делом. Генерал-майор, начальник музея продовольственной службы Министерства обороны России, бывший афганец. Ольга Кобецкая, руководитель театрального центра «Жаворонки». Директора культурно-досуговых центров района с творческими подарками. В результате события местного значения приобрело статус районного фестиваля деятелей культуры, которые приветствовали дети, участники прославленного ансамбля «Капельки солнца». Когда сгустились сумерки, эстафету фестиваля принял бал работников культуры. По красной дорожке под аплодисменты на сцену поднимаются виновники торжества. Все, у кого в трудовых книжках значится КДЦ «Молодежный». За 60-летний юбилей центра блистательная Светлана Синякова предложила поднять заздравную чару. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».